Оперативники Орловской госбезопасности пресекли сбыт контрафактного курева. На нелегальную торговую точку они вышли совместно с коллегами из полиции. Раскрытием табачного дела сейчас занимаются сотрудники следственного отделения регионального ОФСБ. Выявлен житель города Орла, который на постоянной основе осуществлял на территории региона незаконные приобретения, хранение и перевозку в целях сбыта немаркированных акцизными марками табачных изделий в особо крупном размере. Изъято более 56 тысяч пачек нелегальной продукции на общую сумму более 6 миллионов 755 тысяч рублей.